Хей, друзья, снова всем привет. Чё-то я улетел, но я в скором времени снова упаду. Всем привет, с вами Олег Огнин, продолжаем прохождение игры Assassin's Creed Valhalla. Ну что ж, в прошлой серии мы освободили нашу команду, освободились сами из плена Кьотви. И сейчас мы отправляемся в Форнбург, домой, для того, чтобы нас отчитали, да, за то, что мы, видите ли, занялись фигнёй, при этом чуть ли не на тот свет не отправили еще с собой несколько человек. Так, ну что ж, давайте потихонечку. У нас вот здесь-то есть какие-то вещи, но мы в любом случае сюда придем. Хотя, вот видите, как интересно, то есть. Ну, нет, так я не хочу, наверное, как мы уж так поплывем, да? Так, нам сюда все окей, понял. Парус! Ну что, поболтаем? Просто что-то они не болтают, прям вообще капец. Ну давайте, ну. Кьотви придет за нами. Mm-hmm. И будет сильнее, чем прежде. Не удивлюсь. Эту войну ведет уже третье поколение. Вряд ли Кьотви сдастся так просто. Твоя ненависть пылает жарче костра. Так, что может согреть мне яйца? Ой. Может, лучше штаны из тюленей кожи? Вот-вот. Будь осторожен. Ненависть может ослепить тебя. Он убил многих из нас, не только твоего отца. Ты не одна в этой битве. Да это понятно, что я не одна, но просто вот почему-то... Нет, конечно, в какой-то, в каким-то плане там и Стюрбьорн прав, и все остальные. Типа мы слишком спешим и тому подобное. Кстати, интересно, что это за место? Давайте туда сплаваем. Что-то я всегда сразу же плавал туда, вон нам в этот фьорд нужно будет. А мы вот сюда посмотрим, что это у нас. Может, здесь какой-то квестик есть или что-то еще. Кто его знает? Вот, и я все равно не понимаю, почему так легко они прощают нападение Кьотви во время бала. То есть опять... А, это тоже набег, что ли? Так. В Хель! Хорош. Сразу же. Блин, на двоих нельзя, да? Так. Здесь еще один. Так, отлично, минус один. Еще где? Вижу тебя. Вражина. Идем! Мы тут задержались! А как задержались-то? Мы особо-то ничего не сделали. Так, закрыто, но тут что-то есть. Да, вот. Два каких-то дополнительных... ресурсы. Так, ну, значит, сверху нам надо будет. Окей. Так. Немножко кожи с рудой. Ну, хорошо. Как я уже говорил, такие ресурсы, они будут нам очень-очень-очень-очень нужны и пригодятся. Все, всех отпинали. Молодцы, то есть все. Вот, ну, то есть. Ра-ра! Ну, нормально, нормально, так ничего. Спокойненько забежали, как говорится, еще разобрали один маленький островок. И все, окей. Медкаргерагерас. Просто вот сейчас почему-то никто, что никто ничего не рассказывает. Давайте, Рус, рассказывайте. А то
Я иногда играю, блин, они безумно трещат и трещат, трещат и трещат. Сидишь такой, думаешь, блин, может, вы заткнетесь, а? А сейчас вот, когда реально нужно плыть, там почему... Стюрбьерн будет недоволен, что ты его ослушалась. Разумеется. И тебя это не беспокоит? Меня беспокоит только одно. Он слишком поздно поймет, что я права. А что Сигурд? Что сказал бы он? Будь Сигурд здесь, он бы сейчас вытирал кровь с топора и улыбался, подставив лицо ветру. Ну, да, конечно, она очень-очень уважает Сигурда, верит ему, любит, да? Если я ее, по сути, понимаю. Конунгу о случившемся. Скажу правду. Мы напали на крепость Кьотви, убили его людей и ослабили его власть. Ослабить-то ослабили, но вот надолго ли? Ты чуть не потеряла своих людей, а сама едва не угодила в рабство. Это войдет в твою сагу? Скальд, который отважится спеть об этом, замолчит навеки. Не обязательно всем знать правду, да? Полную причем. Убавь пару, Сайдлинер! К берегу! К берегу, Форнбург. Очки навыков. Да, мы получили дополнительные очки навыков, можно их прокачивать. Типы узлов, параметры базовые характеристики, боевые умения, общая мощь. Угу. Надолго это? Реально, может быть, надолго. Это типа добавили новые очки навыков, вот они типа открываются. Я ничего не могу сделать. Спасибо. Так, давайте посмотрим. Урон скрытных атак, урон в дальнем бою. И урон ближе. Так, скрытная разведка. Здесь будет растоптать. Давайте тогда вот ближний бой, получается, возьмем. Ну, устойчивость в ближнем бою тоже возьмем. И потихоньку-потихоньку пойдем дальше. Так. Ого! Мы думали, что потеряли тебя. Навсегда. Ты всегда тепло встречаешь меня. Ты неважно выглядишь. Что случилось? Достаточно сказать, что люди, которые задержали нас, мертвы. Есть такое дело, а ты да. Как? Хорошо. Хотя, признаюсь, я весьма утомилась, успокаивая Конунга. Он тобой недоволен. Ну, я... Я так и думала. А Сигурд? Он вернулся после набегов? Должен вернуться сегодня. По последним вестям он где-то у Ставангера. Рада слышать. Нам нужна его храбрость. Сигурд не спасет тебя от гнева своего отца. Ты еще не поняла? Набег прошел не слишком гладко? Типа того. Они редко проходят гладко. Но мы убили много людей Кьотви. И среди мертвых тел я нашла топор отца. О, после стольких лет... Отнеси его Гуннару. Топор нужно наточить. Обязательно. Так и сделаю. Но сначала к Конунгу. Не советую идти сейчас. Он беседует с посланником с севера. Подожду. Ты сама не своя. Что-то не так? Я не видела топор отца 17 зим. Во мне что-то пробудилось. Впервые с того дня, когда отца убили. С того дня, как я получила этот шрам. Скорбная память горька. О бедах, о боли. Поговорю с Волкой. Она поможет мне понять мои чувства. Не торопи себя, не спеши. Встретимся в длинном доме. Ты уже не та, что прежде. Как и этот топор. Может, Гуннар поможет и тут? Как узнаю, скажу.
Про что? Где он поможет? Я не такая, как прежде? Типа обновит меня? Или топор обновит? Есть такое дело, да. Твоя Эйра быстро растет. Быстро, да не сильно. Точно крольчонок. Малый рост ловкому не помеха. Скоро я возьму ее в поход. Да уж, возьми. Я хоть передохну. Или передохнешь. Ха-ха-ха. Юмор слов. Так, задание у нас есть, журнал все это есть. Ладно, пойдемте дальше. Нам. Пойдемте к Гунру сходим. Кузницу. Вот у нас есть лошади. Которые мы можем тоже брать. Так, Форнбург. Это у нас... А это у нас этот... Торговля, да ведь? Hey! Так, и... Купец. Купцы есть в каждом крупном городе. У них можно покупать все самое необходимое. Иногда они продают редкие вещи. Также они с радостью купят у вас безделушки и ценные товары. Вот и продать безделушки. Кое-кто купит это. Вот и товар можно. Но товар пока я оставлю. На этом все? Да. Мне, как бы сказать, особо не нужно ничего. Мне пора в путь. Прощай. То есть я не знаю, как это сделать побыстрее. Ну ладно. Чтобы вызвать скакуна, удержите X или используйте селектор быстрого доступа. Да, кстати, удобная вещь. Реально может помочь. Селектор быстрого доступа. Набег, дракар, факел, медитация. Эй, никто не хочет выпить со мной. О, пойдемте, пойдемте бухнем. Не знаю нахрена, но пойдемте. Эй, Текла, как твой мед? Альвис говорит, вышло слишком крепко. Осилишь больше одного рога? Да без проблем. Все, теперь нужна ловкость. Ебойс. Надеешься выпить столько же, сколько я? Один раз надо нажать. А или дэш, то есть немного, а один раз. Прошу прощения. Там, по-моему, два надо бокала выпить, и все хорошо становится. А, три! Ни хрена себе вы, алкаши. Я думал, два. Я никогда не бухал, поэтому не могу сказать вообще, как ты, как пьется и тому подобное. Еее! Иди отсюда. В моих жилах мед, как у Одина. Да. Славно выпито. Сделано, как пить дать. Чтобы этот край процветал, нам нужен мир. 40 серебра. Кто хочет послушать сагу? Не, спасибо. Рассказать о деяниях богов? Потом как-нибудь. Войны были всегда, даже между богами. Когда Мидгард был юн, в Асгарде царил жесток. Рожденные в битве асы, возненавидев чары ванов... Эй, ну что ж такое-то? А вот. Эйвор, с возвращением. Гуннар, хочу показать тебе кое-что. Вот так должно быть. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... Ну, долго. Долгое время. Помните тот мужик, который говорил в самом начале, мы с ним болтали? Он тот же, это вот он как раз. Просто чуть-чуть старый стал. Да, хорош. 17 лет прошло все-таки. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Это спасибо, точно это хорошо. Судьба велит помочь тебе. Но впредь... Но у меня два слитка есть, так что без проблем. Сама. Я не могу делать их из воздуха. Да я понимаю, понимаю. Так, вот, все, усиливаем снаряжение. Приносите слитки в кузницу поселения, чтобы Гуннар мог усилить доспехи и оружие. Так вы сможете разблокировать ячейки для рун, увеличить лимит улучшения и изменить внешний вид снаряжения. Это круто, да. Вот топор Варина. Вот сейчас я улучшаю. И будет вместо двух ячеек улучшения будет 4. Тоже очень удобно. Новая ячейка, новый внешний вид.
и видим, как изменяется новый вид. То есть становится намного краше, лучше, красивее. Ну, ясное дело, по урону тоже лучше. Замечательно. Мы можем улучшить еще раз топор варено. Но здесь уже нужны не слитки угля, а слитки никеля, и потом слитки вольфрама. Вот удивительно, что вольфрам тоже нужен. Ну, так, все как-то сделано. Так. Все сделано. Что-нибудь еще? Позволь мне взглянуть, и давайте мы улучшим наш щит клана Ворона. А, три надо, да? Понял, окей. Укус кости тоже, это все окей. Окей, хорошо. Нужно что-нибудь еще. Кстати, стоит отметить, что слитки можно возвращать. Пока это все. Приходи еще. Да без проблем. Руны. В усиленных предметах снаряжения есть ячейки для рун. Руны можно найти в сундуках по всему миру. Да, есть такое дело. Эй! А! Не дашь ли совет, где здесь лучшая охота? Может и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Да-да-да, потом задание дал. Принеси мне три пары оленьих рогов. Три пары, шесть штук. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Самое интересное, что когда вот так вот они болтают, да, то FPS-ка не падает. Но вот почему-то именно когда они разговаривают друг с другом, почему-то FPS-ка падает на единичку. Сказать тайн тихая охота? Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что это за тихая охота и что это такое вообще. О, кстати, да, руна для оружия. Так, охотник из Форнбурга попросил вас добыть три пары оленьих рогов, так вы докажете ему свое мастерство. То есть, итого шесть. Так, по-моему, улучшить. А, да, мы же можем улучшить, вот, 30 металла и 10 кожи, и мы улучшим на атаку и оглушение. Если честно, я бы провизию, конечно, уж. Давайте с провизию все-таки мы улучшим соточку. Будет 2, сейчас единица. Так, а здесь руны. Пустая ячейка. Вставить. Атака плюс 2. Замечательно. 2 и 4, но все же. Так, атака способности, сила оглушения. Замечательно. Оглушение в основном это от молотов, конечно же, идет. Топоры больше урон наносят. Так. Где тут, короче, вот в этой территории есть олени. Плюс нам нужно будет вот сюда. Утешение. Утешение Вельви. Нужно взять, а здесь дела семейные. Угу. Так, нужно серьезный разговор. Ну, серьезный разговор будет чуть позже. Разведай местность. Вот эта вот кожа, то есть, видите, вот показывает, что это кожа, значит, ну, то есть, таким вот образом я реально могу узнать, где находятся то или те или иные звери, и, ясное дело, я смогу их добыть, поэтому тоже нужно быть очень-очень аккуратным. Плюс, кстати, добыча, ну, можно добывать с помощью руду, с помощью, ну, например, этих, как сказать, господи, называется-то. Господи, как называется-то? Месторождение, короче, железо и так далее. Но там не так много, конечно, уходит. Вон олень. Серьезно? Что-то я этот... Да, что ж такое-то? Вроде попадаю, вроде бы и нет, да? Ого. Так, окей, хорошо. Кожа и все, да? И по нулям стрел. Возвращаемся. Ну и помню, короче, я как-то долго бегал с этими вот именно оленями, потому что у меня тупо просто нету стрел. Я вот все потратил, а где их взять теперь? Стрелы. Кто мне скажет, а? Кто мне скажет, кто подскажет, где мне взять стрел? Серьезно? Накинь в него топор.
Ну вот как-то так. Так, ладно. Да что ж ты, не туда нажимаю я. Я нажимаю на М, а это... Так, это у нас... Эта пещера, я знаю, зачем она, но я не буду на ней ничего сделать. Почему? Потому что там, короче, находится чел, который хочет умереть. И мы к нему придем в любом случае, ну просто чуть позже. Вот так вот они скачут здесь на лошадях и без каких-либо проблем добывать себе ресурсы. Так, давайте отправимся в дом Валки. Можно было пройти по одному очень интересно. А это что такое? Что-то я вот уже... Я вроде бы несколько раз проходил эту локацию, но вот этот домик я не помню. Эй! А, спешится. Ну да, це. Угу. Помнят руки, помнят. Так. Ну, единственный плюс это вот эта вот штучка. Угу. Хотя бы несколько стрел. Ну, здесь конь, конечно, бесстрашный, мне это нравится. Вообще без проблем. Прыгают, перепрыгивают тут вообще. Давайте вернемся обратно. Вернемся обратно, короче, получается, в город. Ну, это даже, я не знаю, это нам можно назвать городом. Формбург это небольшой, я бы сказал, наверное, все-таки поселение. Это не город в большей степени. Хотя в тот же момент он очень даже... Масштабный, ну, здесь ярл, получается, кузница, люди. То есть, кого здесь только нету. А нам нужно сейчас пройти через эту территорию. Так, а, да, ты еще, кстати... Ладно, мы сразимся, но сначала к Вельве. Здравствуй, Эйвор. Здорово, норвежка. Вот такие вот у них имена. А чё, где? Нифига себе, какой длинный путь. Тудук-тудук-тудук-тудук. Да, сейчас мы придем к Вельве и все узнаем, что за сны нам снятся. Так, здесь у нас есть парень. А да, вот здание. Стоит, ругается, а толку-то? Этот проклятый Бакраут снова сбежал! Что случилось? Эйвент опять куда-то ушел. И каждый раз плетет, что, дескать, заблудился в горах. С меня хватит. Если мне придется отправлять за ним кого-то еще, ну, вот как-то он так. Будет изгнан. Эйвент, сын сестры Гуннера, если не ошибаюсь. Не спеши с решением. Я посмотрю, что можно сделать. Хорошо. В нашем случае... Вернись, или получишь клеймо позора! Ты хочешь стать изгоем? Просто странно, что она не может по этой вот лестнице подняться. То есть я был удивлен. Ну, получается, даже не по лестнице получается, а по вот этим вот канатам. Потому что подняться здесь невозможно. Только вон там-то лететь и спрыгивать в нужный момент. Этот проклятый Бакраут снова сбежал. Видите, то есть она не хватается за канаты. Хотя в каких-то моментах за канаты ухватиться-то реально можно. Ой, да,
Соня он, за Соню. Ну, вот они красоты, конечно. Это уж точно. Давай, давай, а то сейчас этот, улетим нафиг с тобой. Так, это, по-моему, здесь у нас. Нет, не здесь, а выше. Ну. Лиса, что ли? Серьезно, а чё? А, то есть особо топором не помашет. Ну, оно и понятно. Зато так могу. Разбивайте обсидианы, используйте исколки для получения ресурсов. Да. Тут главное не промахнуться, кстати. Так, ну ладно, это не так страшно. Да, давайте-ка сохранимся, чтобы если мы пролетим, мы могли этот. Угу. Их. Поздно, поздно нажал, надо пораньше. Давайте еще раз. Картограф, да, картограф, кстати, тоже, по-моему, дают неплохое количество этот. Я нажимаю, что-то не сразу прыгает. О! Даже без ХП, прикиньте. То есть я даже ХП не потратил. Круто. Вернись, или получишь клеймо позора! Серьезно, блядь. Так, а могу перед... Так, карта. Например, телепортироваться. Недоступно. Потому что я типа лечу, да? Вот это смешно. Ну, согласен, согласен. Она на шип там насела, получается, это, да? Сталактит, как он называется, или сталагмит? Нет, сталагмит, по-моему, вниз, а сталактит это вверх. О, ничего себе, представляете, я сохранился прямо здесь. Здесь спокойно, я так-то прям спрыгну и все. Ты хочешь стать изгоем? Повторим. Раскакали. Здесь нет какого-то определенного скакуна, то есть, да, которого бы мы могли взять. По-моему, можно поменять там расцветку скакуна и все такое, но типа, как в, например, в, получается, Ориджинсе, в Одиссее, такого здесь нету. То есть там Фобос, ой, фу, в Одиссее Фобос в этом был. Нет, Сену это был орел. А этого звали как? Забыл. Ну вот как-то так, ладно. Забыл, забыл, но так страшно. Ну что ж, поговорим. Хамурам. Хамурам. Волк? Песни мира можно слышать лишь в тишине. Ты и так молчал уже. Свала? Свала говорила нам, помните это тогда? Да? И приветствие. О, древние, я взываю к вам, услышьте же, великий Один и Фрейя. Благодарю вас за дар Сейда. Благодарность и награда. Эйвор, давно не виделись. Что привело тебя ко мне? Да кошмар был я... чё-то.
Пришла за советом. Для себя, не для клана. Подойди. Подойду, вот. Что с твоей матерью? Разум ее слаб. Она говорит с духами. Боюсь, ей не пережить зимы. Но с ней я. Теперь рассказывай ты. Мне было видение. Очень ясное. Может, просто наваждение из-за жажды битвы или от холода. Но расскажи мне. Вот именно. Спустя 17 лет я нашла отцовский топор. Когда я вновь коснулась его, я увидела, там был волк, свирепый зверь. Кстати, вспомнил, как звали волка. Фенрир. Седобородый, одноглазый, в плаще. Он звал меня с собой. А, высокий. Он зовет тебя. Возможно, хочет поговорить, передать послание. Только Сейд может прояснить твой разум и распутать нити, оплетающие его. Я быстро управлюсь. А что готовишь? Что ты варишь? Зелье, чтобы отпустить твою хук и распутать мысли. Это будет подобно сну. И ты отправишься в мир грез. Грезы иногда сбивают с толку. Но постарайся все запомнить. Хорошо. Пей. Если хочешь проникнуть в суть. Вообще, вот раньше, получается, все эти припарки и тому подобное, это были просто, ну, что-то подобное наркотических средств, да? Которые заставляли человека, ну, вот, видеть кое-что. Так как человек уже в мыслях у себя очень-очень сильно запутан, да, ну, например, то все 50 хочет увидеть, то сон, мир грез, нам реально дает то, что мозг пытается сам развить, да? Никаких видений, ничего. Хави! 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 Я оказалась среди мертвых? Ага. Все, завалили тебя. Сигурд. Волк. И волк, да? Сигурд, братец мой, когда ты прибыл? Это? Это, видите, как, который ткут судьбу. Как их там зовут-то, я уж не помню. Как залез, не понял. Как слез, не понял. Не по нашу душу пока что. А это врата Вальгаллы, я так понимаю, да? Меня нет, я думаю, это она дальше идет, сама нет. Ну-ка, что там? Что случилось-то? Брат! Что это? Другого пути нет, Хави! Все предрешено! Сигурд! Он не с теми связывается 100%. Сигурд! Что? Что случилось? Это не для тебя, Хави.
Что-то я немножко этот аж. Я слышу про это. Здорово. Кстати, здесь есть... У меня все дополнения на Assassin's Creed Valhalla куплены. Друиды и все остальное. Осада Парижа одно из самых последних дополнений. Ну, вообще последнее дополнение, да? И дополнение, где мы будем сражаться в мире Асгарда. То есть тоже очень интересно. Спокойно, Эйвор. Это я, Валка. Я здесь. Ну, понятно, что здесь, не там. Боги, я думала, что случилось. Я хочу у тебя спросить. Расскажи мне все. Вот именно. Я взбиралась на вершину горы вслед за волком. И там бушевала снежная буря. Угу. Такая типа, я все знаю. Там были норны. Там был Один. А норны пряли нити судьбы. И наблюдали. Вовсе нет. Они показывали дорогу. Твою жизнь. Твой путь. Что ждет впереди? И чем кончится? И чем же все кончится? Я видела врата чертога Одина для героев. Врата открылись. Тени Вальгаллы. Тебе суждено туда попасть. Это хорошо. Мне показалось, что волк звал меня. Как будто хотел, чтобы я шла за ним. Ты сестра волка. И будешь всю жизнь носить его метку. Волк может означать твои устремления или страх. Не знаю, что еще сказать. Все, что я помню, как в тумане. Ты добралась до вершины горы? Да. Добралась. Там был Сигурд. Он был ранен. И лишился правой руки. Потом появился ужасный волк. Размером с дракона. Он глядел на меня, а затем напал. И я очнулась. Глаза у меня красивые. Боги благоволят тебе. Так было всегда. Ты добьешься славы и заслужишь место в Вальгалле. Но в видении есть недобрые знаки. Отрубленная рука, след крови, зверь. Ты предашь своего брата. Вот что означает видение. Не может быть. Я никогда не предам Сигурда. Он ведь мой брат, моя семья. Норны сами поведали тебе об этом. Нет, это неправда. Или ты все не так поняла? Этого не будет. Ты предашь Сигурда. Один боролся с судьбой. Это возможно. Посмотрим. Ну, я так понимаю, они, наверное, на каком-то вот моменте именно из убеждений пролетят. Потому что Сигурд, он, видите, так как он притащил с собой бассейн и тому подобное, они, ну, получается, рассказали ему о своем ордене, все такое, и как бы, он их идеалы и принципы принял. Но Эйвор не собиралась принимать их принципы. Так, урон мощных атак и растоптать. Замечательно. Кстати, да, здоровье надо будет получить, критить. А потом путь медведя. Во! Дает бонус к мощи снаряжения пути медведя. То есть здесь есть, короче, возможность собирать определенное количество. Определенные. Получается, как сказать, господи, этот. Определенное снаряжение определенного пути. Например, путь медведя, да, вот один из самых интересных, как по мне. Удар в спину, конечно, тоже хорош. А это что? Не понял. Увеличивает урон защите врага, который причиняет удар, нанесенный прямо в спину. Также оглушает жертву. А, то есть без разницы, куда я выстрелю, главное в спину. Вот это, кстати, хорошо. А это у нас что такое? Ну, мы до этого ничего не дошли. Хотя, наверное, чуть позже. Всадник с луком нет. Хватка ассасина нет. Ловкие пальцы. О, это легко, кстати, это хорошо. Скольжение ассасина интересно. Прицеливание при скольжении. Да, тоже неплохо. Вкусная стряпня. Ответный выпад. Если во второй руке нет оружия. Интересно. На одну руку мастер. Вон, видите, пошли какие интересные, да? То есть тут, ну, тут прям интересно, конечно. Ладно. Тут
полно ячейки адреналина, все-все-все. Это что, волк-воин? Коварный выстрел. Господи, что тут только нет. То есть здесь просто огромное количество навыков, которые мы можем... Щиты надо готовить. Да, кстати, это тоже очень удобно. Если, например, нас будут стрелять, нас тоже поднимают. А, кстати, да, слышал про идеальное парирование. Вот, наверное, надо попробовать качать. Но для этого нужен, опять же, этот... Очки навыков, но пока у меня их нету. Вот такие вот дела. Ладно, ребятки, давайте закончим на сегодня. Следующий серий, получается, мы отправляемся обратно на территорию... А, вот мы сюда сходим сейчас как раз. Я не помню, что это за задание, но сходим сюда. Здесь интересное задание, здесь. И как раз, то есть, в любом случае, мы вот здесь сейчас прогуляемся. А после уже отправимся в Форнбург. Обратно. Для того, чтобы можно было выслушать наставление нашего... Ну, не то, чтобы это псевдо-отец. А... Рогов нету, да? Жаль. Просто странно, что она... Ну да, я забыл, она же мечом не может. Так, 55... Ну давайте посмотрим. А, все вспомнил это. Все, это этот... Значит, спящий чел, да. Просто-напросто спит. Да. Кое-что проясняется. Все. Мы прояснимся уже в следующей серии. Все, ребятки, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами был Огненный. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.